живой скоро на очень крутом шоу Fight for the Future в Москве 8 октября. И твой соперник будет Хесу Хан. Ты что-нибудь о нем слышал? Видел его бои? Да, слышал, смотрел. Парень без поражений, хороший на самом деле парень, наверное, один из сильнейших моих соперников, которые у меня были в профессиональной карьере. У него 4-0, два последних боя там в Испании выиграл. Ну, не сказать, что там какие-то были там классные чаще боксеры, как бы. Такие проходные для него соперники. Хороший парень, высокий, хорошо правой рукой работает, на ногах двигается. Серьезно, правильно? Угу. Ну вот, я смотрю, у тебя идет активный процесс подготовки, тренировочный, бегаешь, спаррингуешь, работаешь с тренером на лапах. Вот смотри, еще такой момент. С 10 сентября практически уже, да, скоро будет месяц прошел. Ты доволен вообще результатом, как ты отбоксировал? Да, нет, конечно, отбоксировал отвратительно, потому что я отравился, я перед боем как бы блевал, после боя блевал, ну, меня как бы вообще колбасило конкретно. Не знаю, что именно там повлекло это, но плохо стало после взвешивания, ну вот мы взвесились, покушали, может съел что-нибудь, то ночью колбасило, проснулся весь день, колбасило вообще как бы, то есть, ну. На самом деле, из-за такого состояния как бы настраивался по-быстрому все закончить, как бы, но Витя оказался крепкий парень, блин. Крепкий деревенский парень, который падать не захотел, как бы. Ну, опять же, может быть, там, так или иначе, все равно сыграл там в массе, как бы. Разгон, как бы он взвесился, там килограмм 69, я 63 500, как бы по факту это плюс две весовые категории. Ну а так на самом деле нет, я вообще очень сильно, можно сказать, расстроен боем, как бы. То есть так чисто боксировал на морально-волевых, то есть как бы никакого, блин, ни плана, ничего не получилось. То есть и ну, было понятно, в первом раунде попал правый, хороший, ловился, то есть, да. Ну я понял, то, что придется с ним бодаться. Продолжать дальше, да? Да, опять же, там, сломал нос он там, я не знаю, всосал сопли, что ли, там, блин, у него она кровь то шла, ручьем-то закончилась, как бы, блин. Как так, не знаю. Да. Слушай, еще хотела узнать, сейчас в группе ВКонтакте Victory Team был пост по поводу вашего реванша с Котовым, и очень много каких-то отрицательных отзывов в твою сторону было, в том плане, что ты уже неинтересный боксер. То есть я когда все это читала, у меня немножко глаза по 5 рублей стали. То есть, ну, ребята из Москвы, которые с ним тренируются в боевых перчатках, то есть, ну, ведут отрицательные, да, вот на нашу сторону. Да, кто пишет? На самом деле, я читал все эти комментарии, кто это пишет, его девушка пишет, и еще какая-то поклонница, как бы все, больше там никто ничего не пишет, как бы. Даже то же самое голосование, которое там есть, как бы там 60-40. Ну да, видно, бой, что как бы за тебя. И даже когда тот бой прошел, я выкладывал бой, интересовался у друзей, там, на котором есть ВКонтакте, кто выиграл в этом бою. И точно такой же был результат, как бы, то есть 60-40, как бы, то есть. Не знаю, да пусть говорят все что угодно, как бы, я не знаю. Они там точно так же там кричали, то что Хасиев там, это Дмитрий Хасиев, который вот в Ауре тоже боксировал, там в 5-м раунде выиграл досрочно. Они кричали то, что он меня там уверенно пройдет, согласились на бой, бой висел там на всех официальных ресурсах mm-hmm. месяц. Потом после Аура бои закончились, они сказали mm-hmm. то, что типа он там переходит на категорию ниже, хотя мне кажется это фуфло полное, как бы просто они пуха накидали как бы. И по итогу как бы от боя отказались, понимая, наверное, то, что как бы он отхватит. То есть. И точно так же с Котовым, как бы, я ну, как бы, готов с ним в любой день, в любом месте подраться. То есть. Если будет такой шанс, я бы с удовольствием подрался за титул чемпиона России с ним, как бы, то есть. Ну, все это зависит от, ну, как бы, от моей команды, от Андрея Халаджана, как бы, как он посчитает нужным, так и будет, как бы. А то, что они там говорят,
Там в том-то и дело, то, что никто там ничего не говорит, там если только что-то кто-то и квакает, так это либо его девушка, как бы, либо там какая-то там поклонница. Все, больше никто ничего не говорит, как бы. А у меня, скажу так, то, что ну, даже все, кто голосует, как бы если кто-то там подумает, что там голосует там, потому что друзья мои там в пользу меня, я могу как бы сразу по этому поводу пояснение дать. И мои друзья голосуют за него, с которыми как раз таки я хорошо там общаюсь. И в то же время, как бы, ну, то есть нет такого, то, что если они мои друзья, они там за меня голосуют, как бы все там дают объективную какую-то там оценку. Ну, я смотрю, ты вообще скоро на очень крутом шоу Fight for the Future в Москве 8 октября. И твой соперник будет Хесу Хан. Ты что-нибудь о нем слышал? Видел его бои? Да, слышал, смотрел. Парень без поражений, хороший на самом деле парень, наверное, один из сильнейших моих соперников, которые у меня были в профессиональной карьере. У него 4-0, два последних боя там в Испании выиграл. Ну, не сказать, что там какие-то были там классные чересчур боксеры, как бы. Такие проходные для него соперники. Хороший парень, высокий, хорошо правой рукой работает, на ногах двигается. Серьезно, правильно? Угу. Ну вот, я смотрю, у тебя идет активный процесс подготовки, тренировочный, бегаешь, спаррингуешь, работаешь с тренером на лапах. Вот смотри, еще такой момент. С 10 сентября практически уже, да, скоро будет месяц прошел. Ты доволен вообще результатом, как ты отбоксировал? Да, нет, конечно, отбоксировал отвратительно, потому что я отравился, я перед боем как бы блевал, после боя блевал, ну, мне как бы вообще колбасило конкретно. Не знаю, что именно там повлекло это, но плохо стало после взвешивания, ну вот мы взвесились, покушали, может съел что-нибудь, то ночью колбасило, проснулся весь день, колбасило вообще как бы, то есть, ну. На самом деле, из-за такого состояния как бы настраивался по-быстрому все закончить, как бы, но Витя оказался крепкий парень, блин. Крепкий деревенский парень, который падать не захотел, как бы. Ну, опять же, может быть, там, так или иначе, все равно сыграл там в массе, как бы. Ну, разгон, как бы, он взвесился, там, килограмм 69, я 63 500, как бы, по факту, это плюс две весовые категории. Ну, а так, на самом деле, нет, я вообще очень сильно, можно сказать, расстроен боем, как бы. То есть, так чисто боксировал на морально-волевых, то есть, как бы, никакого, блин, ни плана, ничего не получилось. То есть, и, ну, было понятно, в первом раунде попал правый, хороший, наился, то есть, да. Ну, я понял, то, что придется с ним бодаться. Продолжать дальше, да? Да, опять же, там, сломал нос, он там, я не знаю, всосал сопли, что ли, там, блин, у него она кровь то шла, ручьем-то закончилась, как бы, блин. Как так, не знаю. Да. Слушай, еще хотела узнать, сейчас в группе ВКонтакте Victory Team был пост по поводу вашего реванша с Котовым, и очень много каких-то отрицательных отзывов в твою сторону было, в том плане, что ты уже неинтересный боксер. То есть я когда все это читала, у меня немножко глаза по 5 рублей стали. То есть, ну, ребята из Москвы, которые с ним тренируются в боевых перчатках, то есть, ну, ведут отрицательные, да, вот на нашу сторону. Да кто пишет, на самом деле, я читал все эти комментарии, кто это пишет, его девушка пишет, и еще какая-то поклонница, как бы все, больше там никто ничего не пишет, как бы. Даже то же самое голосование, которое там есть, как бы там 60-40. Ну да, видно, что как бы за тебя. И даже когда тот бой прошел, я выкладывал бой, интересовался у друзей, там, ну, которым есть в контакте, кто выиграл в этом бою. И точно такой же был результат, как бы, то есть 60-40, как бы, то есть. Не знаю, да пусть говорят все, что угодно, как бы, я не знаю. Они там точно так же там кричали, то, что Хасиев там, это Дмитрий Хасиев, который вот в Ауре тоже боксировал, там в 5-м раунде выиграл досрочно. Они кричали то, что он меня там уверенно пройдет, согласились на бой. Бой висел там на всех официальных ресурсах месяц. Потом после Аура бои закончились, они сказали то, что типа
он там переходит на категорию ниже, хотя мне кажется, это фуфло полное, как бы просто они пуха накидали, как бы, и по итогу как бы от боя отказались, понимая, наверное, то, что как бы он отхватит, то есть. И точно так же Скотт, он как бы, готов с ним в любой день, в любом месте подраться, то есть. Если бы был такой шанс, я бы с удовольствием подрался за титул чемпиона России с ним, как бы, то есть. Ну, все то... зависит от, ну, как бы, от моей команды, от Андрея Халаджана, как бы, как он посчитает нужен, так и будет, как бы. А то, что они там говорят, там в том-то и дело, то, что никто там ничего не говорит, там, если только что-то кто-то и квакает, так это либо его девушка, как бы, либо там какая-то там поклонница, все, больше никто ничего не говорит, как бы. А у меня, скажу так, то, что, ну, даже все, кто голосует, как бы, если кто-то там подумает, что там голосует там, потому что друзья мои там в пользу меня, я могу как бы сразу по этому поводу пояснение дать. И мои друзья голосуют за него, с которыми как раз таки я хорошо там общаюсь. И в то же время, как бы, ну, то есть нет такого, то, что если они мои друзья, они там за меня голосуют, как бы все там дают объективную какую-то там оценку. Ну, я смотрю, ты вообще заряжен на бои. В общем, что могу сказать? Пожелаем тебе удачи в Москве, выигрывай и привози с победы. Спасибо.